Так, у меня там вырвалось видео почему-то. Короче говоря, продолжаю. В общем, мы с вами сейчас мы допрыгаем на батуте, пойдем посмотреть на речку с утками, потом на корабль, потом на дорожки, с которых он вот на самокате катается. В парк зайдем и домой, потому что погода, посмотрите, какая, дождь идет. С погодой вообще не повезло. У нас было где-то 20-25-27 градусов, сейчас где-то 12-16, ну, в общем, ужас. Дождь льет, мы все равно гуляем. А как же? Я вам уже рассказала, какие дела мне надо кое-какие сделать к приходу домой. Суп сегодня сварила, в общем. Нагуляемся, придем домой. Будем кушать, спать, ложиться, заниматься делами. Либо я рано утром встану. Вот. Мой там кричит, с новым малышом познакомился, играет с малышом. Просто льет дождь, не знаю. Придется немножко погулять и домой сразу. Так вот погода испортилась. А было солнце, вы помните, я снимала. Не знаю, придем ли мы завтра сюда с гостями прыгать, потому что, ну, пипец, погода, по-моему, завтра такая же. Виталик мне, кстати, вчера из теста пластилина лепил всякие штучки прикольные. Слепил этот тарелку, там огурец, кукуруза, апельсин. Ну, знаете, из теста пластилина. Вот воздушный пластилин, он быстрее засыхает, такой он мягкий, а потом засыхает быстро. А тесто пластилин, кстати, долго хранится. Да, скоро. А еще попрыгай. Да, скоро уже пойдем. Вот. И, короче говоря, он сделал классную такую тарелку, вот мне. Потом еще слепил стрекозу очень красивую. Зашли в Перекресток. Вот это мой любимый автомат с кофе. Так он выглядит. Тут есть и корица, и всякие штуки подлить бесплатно. И вот цены. Кстати, говорила, что ты слепил стрекозу на тарелке, суши там, разный апельсин классный. Я не лепил стрекозу. Да, ты ее смял потом, и теперь говоришь, что ты не лепил. Но я же видела, ты классную слепил. Так оно там выглядит. Все, спасибо за покупку. Так, я уже перемешала сахар. Вот так он выглядит, такой коричненький. Фото не, что-то видео не передает. Вот так вот. Хорошо. Может, какой-нибудь. В общем, вот так он выглядит коричневый. И вот этот амаретто я добавляю обычно. А, кстати, покупала я здесь это кофе в Перекрестке, потому что здесь я ходила год назад на, даже чуть больше года назад, я ходила на pole dance и на растяжку. Да, хорошо, бери. И поэтому здесь я брала кофе. Хорошее место. И цены, кстати, хорошие. Дождь наконец-то закончился. Мы идем на площадку ненадолго, да? А вообще-то, что-то я деньги трачу, покупаю кофе, да? Да. Если можно, дома кофемашина есть. И можно просто делать дома этот кофе. Снимаю.
Не послушал. Говорю, не надо. Но я-то на этой горке уже падала, кстати. Причем скользкий именно вот тот мост. Вот они. А вчера их было очень много. Вон они, вон там еще плавают. Сейчас мы подойдем ближе. Вон они. Нырнула? Это утка, она прям так нырнула. Вниз. Часть тела, она вверх была. Вот они. Вот она еще. Она мокрая, видишь? Угу. Какая-то. Нырнула утка, говорит. Ага. Они ныряют, да. Может, они рыбу ловят там? Должны увидеть, потому что я могу. Рыбу можно у них отобрать и будем рыбу есть. Можно туда поплавать сходить. Вон они, тоже, да, ныряют. Они... Да, они ныряют, я видел. Где? Смешные такие. Но только что ныряли. Вот они тут возле нас были. И вот эти все тоже сюда к нам плывут. Сними туда. Я вижу, вижу. Там очень красиво. Да. Очень красиво. Я говорю, там. Да, и деревья вон там красиво, да, растут. Вон там, я говорю. Там красиво. Я там и снимала. Церковь. Церковь. Вон, а сколько тут много. Ладно, мы пошли. Корабль. А это, кстати, парк отдыха Акервиль. Все правильно, значит, я думала. Сам-то Акервиль, он как будто вот там вот находится, да? Вот там те дома. Но все равно это считается парк отдыха Акервиль. Все-таки это тоже парк Акервиль. Значит, все правильно. Собак купается. А вот тут я хотела снять, показать вам, что тут эти кувшинки желтенькие. Их очень много. Они у моста вот здесь, вот здесь, вот здесь. Это все вот эти вот желтые кувшинки. И каждый год они вот тут вот. Ну, красиво здесь, да. Ну и там в Новом Девяткино неплохо, да? Напишите в комментариях, где лучше. Две утки плывут. Да, классные эти кувшинки. Прям цветочки такие желтенькие, красивые. У меня даже где-то были фотографии на... У меня даже где-то были фотографии... На профессиональный фотоаппарат я фотографировала уток с утятами. Мама плывет и много утят. И вот эти вот кувшинки, желтые цветочки. Очень красивые фотографии. А вот эти вот деревья вам нравятся? Посмотрите, какие они красивые. Мне они очень нравятся. Вот там березы растут, а вот эти вот вдоль дороги такие пышные, красивые. Как эти пуфики какие-то меховые. Кстати, я, смотрите, у нас тут типа вело для велодорожек, все это сделано. Тротуар. Я взяла с собой, кстати, сумку. Тут у нас и самолет, он попускает его, и пузыри мыльные. Одни мы бабушки оставили, которые пускали.
Это вот другие наши маленькие, много маленьких. Тут самолет, в общем, пузыри, тарелка летающая. Что там еще? Конус с мячом и мелки. На асфальте рисовать. Тут тоже какие-то кусты растут, смотрите. Отсюда вид ничего, да? Сейчас ветра нет, он не улетит. На площадке будет. Тоже нет ветра. Просто это, рядом. Речка. Пошли на площадке? Там место есть, попускаешь. Ну, еще светится, да? Так вот. Да, ты мне уже показывала. А я сейчас с этим подписчиком показываю. Так вот, вот оттуда мы шли, вот так через мост, и вот так идем дальше. Сюда дошли, и вот он корабль. Мой взял самолет, пускает с корабля. Давай. Ух ты! Поймал. Короче, так, вот тут тоже площадка, мы на нее тоже пойдем. Там качели есть, вот еще Так, вторые, не знаю где. Но тут было двое качель. Одни вот остались, вот еще площадка, а вот там тренажеры. И там дальше, если вы видите, большая такая песочница. Недавно это все достроили, или в том году, не знаю. В общем, дальше там под навесом качели, как в Новом Девяткино. Дорожки на самокате. Виталик там на них катается. Продолжается речка. И вот этот парк зеленый. Вот дерево еще, про которое я говорила. Вон они вот там вот. И вот. Короче, самолет пускаем. Он летает тут так хорошо. А там с собаками гуляет. Вот там уже метро. Пройти там где-то остановку или две, и метро будет. Дыбенко. Вот этот корабль, на который мы ходим иногда. В общем, подружились. Играют самолет. Пытаются на корабль закинуть. Из-за дождя народу вообще нету, смотрите. Вчера тут полно еще людей гуляло, хотя уже было холодно. Сегодня нету никого, песочница огромная. А вот тут, значит, лесенка, мы поднимались, и вот там вот дорожка такая, видите, да, за лесенкой, вот так, дын-дын-дын-дын. И он скатывается на самокате, да, я думаю, покажу вам. Вот. И вот в том парке мы насчитали 23 кормушки где-то, хотя мы там маленькое расстояние прошли. Если у меня запишется, я вам покажу на обратном пути. А также вот где люди идут, видите, поднимаются. Вот мост. И вот так вот они поднимаются. Мы поднялись наверх, до верха. И вот до сюда. И вот отсюда он где-то вот отсюда поехал вниз, вот так вот, и до моста. Тоже покажу, если видео не оборвется. Пока гуляем здесь. Качели. Я скачивала. Это твой самокат? Да. Теперь моя очередь. Давай. Нашла я место интересное. На тренажерах все видно хорошо отсюда.
Я самый гигантский дом на лесу. Тоже помнишь, недавно рисовал? Сердечко и свое имя. Короче, рисовал. На футболе то же самое делал. Поехал. А что? Вот. Хорошо. Там. Вчера вот так вот вокруг объезжал. И вот так вот эти сиденья, вот так опять выезжал и ехал туда. Там кормят их, все они там на ужине. Молодец. Надо поехать. Все, уже съехал, пойдем дальше. Надо. Вот он парк. Снять хотел. Вот они, эти кормушки. И мы вчера вот так вот обошли. Вот так вот. И вот тут штуки. Вот вышли сразу сюда. 23 штуки насчитали. Я да. Уже сказал. Да, ты сказал. И повсюду они тут, видите, висят. Всякие разные есть. Ну вот в основном еще вон там, вон, мы туда зашли. Вот они висят. Видно, да? А вот тоже, посмотрите, ресторан целый. Вот, короче говоря, и вот тут мы вот мы прошли вот так вот. Видите, там дорожка. И сразу вот сюда же вышли, откуда мы сейчас шли. И там их столько. Еще что ли пойдем? Ну давай сходим. Покажем. Вон кормушка. Вон они, да. Вон тут, вон тут. Тут три, видите, да? Вон еще там. Вон еще кормушки для деток птичек. Он не летит, что ли?
большой видно. Им нужен корм. Зернышки. Все, едем домой. Гулялись.